Ежик, а ты слышал, что я слил Зеленского? Не может быть. Крош, ты шутишь? Нет! Всем здравия! Сегодня я бы хотел поведать вам историю о недавно вышедшем проекте под названием «Нейрошарики». Вы, конечно, скорее всего, сразу скажете: да мы и так знаем эту херию, что топор пиарил всякие СМИ. Ну нет, это не все. Я расскажу гораздо подробнее, даже свяжемся с создателями этого чуда. Ну ладно, не будем тянуть осла за кишку, поэтому стартуем. Вообще, вся эта тяготень с нейромультами началась еще с губки Боба. Это было примерно месяц назад. Но давайте лучше расскажу, как эти стримы, собственно, работают. Ну, во-первых, собственно, ты ждешь, когда стрим начнется. Потому что СМИ нам врали. Они не бесконечные. Дальше, собственно, заходишь на стрим, заходишь на их сервер по ссылке и начинаешь. Нормальная тема, я считаю. И потом, по чистой случайности, твоя тема может попасться на стриме. А если говорить про техническую часть, то, ну, тут гораздо труднее. Отдельный ИИ используют для сюжетов, отдельный для голоса персонажей, а все 3D-модельки и анимации нужно делать самим. Вот какую краткую историю проекта поведали мне одмены. Читайте это сами, мне неохота. Ну да, если кратко, проектом занимались два человека. Два школьника, точнее. Первый, самый главный, это Апдата, которому 13 лет, и он всем руководит. И Украш, которому хрен знает сколько лет, и он делает 3D-модельки. Кстати, хочется еще добавить, что возникшая популярность добавила Васина в проект. Ну как добавила? Он просто стал защищать его от Рики. На самом деле не знаю, что еще можно добавить. Просто скажу этим ребятам удачи в развитии проекта. Еще желаю, чтоб у них было комьюнити нормальное и страйков поменьше. Ты хуже злобного злайкера. Вот ты кто.